Антон! Слышишь меня? Папа здесь! Я сейчас тебя вытащу! Шон! Боже мой, Шон, отзовись! Умирай, сынок, пожалуйста. Дыши! Ну же, дыши! Шон! Я думал, ты умер. Папа, я знал, что ты умер. Мой отец пальцами пошевелил, чтобы спасти своего сына. Ты кто такой? О, ты меня не знаешь. Но мы встречались. Я ищу уже давно. Очень давно. Давно это. Ищу отца. Готового сделать то, что... пожертвовать собой ради сына. О, я искал, но не нашел. И тут я вспомнил тебя. Столько убийств? Всего лишь поиски отца, способного спасти сына? Всего лишь поиски отца? Ты представляешь, каково чувствовать себя ничтожеством в глазах собственного отца? Поверь мне, я страдал не меньше своих жертв. Ты псих. Ты долбанный сраный псих! Давай, можешь убить меня. Теперь мне все равно. Я нашел то, что искал. Твоим издевательством надо мной конец. Я нашел сына. Теперь ты надо мной не властен. Отныне кошмары будут мучить тебя одного.
уходи. Чтобы выбраться отсюда, придется открыть дверь. Никогда больше не уходи от меня, пап. Ни за что на свете, Шарль. Клянусь. Облегчение, полиция объявила, что Шон Марс найден совершенно целым и невредимым. Мальчика нашли заблудившимся в портовом районе. Он истощен и напуган. Возможно, ему удалось сбежать от мастера оригами, который похитил его. Расследование приостановлено. Детский психолог сейчас работает с мальчиком в надежде получить какую-то информацию о мастере оригами. Полиции все еще не удалось выяснить личность так называемого мастера оригами. Преступник по-прежнему на свободе. По нашим сведениям, в ходе расследования дела мастера оригами произошла трагедия. Итан Марс, отец похищенного мальчика, который, вероятно, и был маньяком, был убит во время облавы. Подробности этой трагедии пока не раскрываются. Однако капитан полиции Лейтон Перри и лейтенант Картер Блейк отстранены от должности до выяснения всех обстоятельств. Идем, Шон. Пора уходить. Журналистка Мэдисон Пейдж была похоронена сегодня на кладбище Чэрити Фолс. Вся страна скорбит о ее трагической гибели в ходе расследования похищения Шона Марса. Все ее коллеги отдают дань уважения этой храброй девушке, пожертвовавшей жизнью в поисках правды. Я Бритни Сандерс, для СМИ. Все, Бритни, снято. Класс, поехали отсюда. Вся эта напыщенная дребедень уже в печенках.
Ты хорошо все обдумал, Норман? У тебя все впереди, ты можешь сделать карьеру. Какая жалость, что... При всем уважении, сэр, с меня хватит. Я хочу пожить обычной жизнью. В последнее время я стал словно сам не свой. Надо сделать паузу. Ненадолго. Ты собираешься вернуться в ФБР? Не знаю. Ничего не обещаю. Можешь оставить УРС себе. Эта модель устарела. Через месяц выпустят новую. Я думаю, лучше его оставить. К нему быстро привыкаешь, а оно не поможет мне там. В реальном мире. Как хочешь. Надеюсь, ты найдешь, что ищешь, Норман. Я тоже надеюсь.